Ну вот, знаете, об этой хронике войны в социальных сетях говорим далее. С нами на связи Александр Замковой, факт-чекер, стоп-фейк. Александр, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Слышите ли нас, Александр? Да. Да, я вас слышу. Окей. Александр, смотрите, хотел бы вас, ну, в целом спросить. Вот понятно, что это большой вызов, но для соцсетей, как я понимаю, не было еще вот в истории того, что происходит, и как это освещается там в разных социальных сетях, в разных социальных мессенджерах. А как, по-вашему, вот соцсети проходят тест вот на свободу слова, на цензуру, да, вот войной России против Украины? Ну, для соцсетей действительно это огромный вызов, и мы все видим реакции, которые, ну, скажем так, началась в феврале, когда действительно контент сначала украинский, который массово постили пользователи, он был, его не банили. Соцсети начали переживать по поводу того, не подыграют ли они разжиганию ненависти и пропаганде насилия. И первым на это отреагировал Facebook. Уже, ну, мы в нашей организации StopFake все фотографии блокировались и маркировались как минимум такими, которые являются... Давайте мы вас сейчас попробуем перенабрать, а я пока как раз вашу мысль по поводу Фейсбука продолжу эту тему. Ежегодно Фейсбук удаляет со своей платформы миллиарды фейковых аккаунтов. Согласно последнему отчету компании Meta, 99,7% таких аккаунтов соцсеть распознала и удалила самостоятельно. Об остальных сообщили сами пользователи. В частности, компания отключила более 1000 фальшивых аккаунтов, оставлявших многочисленные комментарии в поддержку российского вторжения на территорию украинского государства. По мнению аналитиков, количество удаленных аккаунтов за последние 3 года свидетельствует о серьезных проблемах с верификацией новых пользователей. Сеть до сих пор не сумела создать действенный механизм борьбы с массовым созданием поддельных аккаунтов. Добавим, что в Украине Facebook является одним из самых популярных сайтов по именно охвату аудитории. По данным маркетингового агентства Kantar Украина, в середине 2022 года соцсеть занимала 4-е место в перечне 25 ведущих сайтов Украины. Александр, слышите ли вы нас? Восстановили мы связь? Проблемы есть со связью периодически в эфире всех наших информационных марафонов в связи с обстрелами со стороны Российской Федерации, удары, просто зрителям разъясняем, кто не знает, почему такие проблемы у нас возникают периодически, бьет Российская Федерация по гражданской инфраструктуре, по энергетике, соответственно, все вот результаты, пожалуйста, в эфире и зрители наблюдают. Продолжите мысли по поводу вызова для соцсетей и по поводу Фейсбука в частности. Ну, смотрите, я так понял, вы дали статистику по поводу того, насколько популярны соцсети в Украине, и это действительно очень важно понимать, потому что на данный момент 74% жителей Украины действительно получают новости из соцсетей. И такие случаи, когда в Фейсбуке особенно блокируется контент, это вызывает большое раздражение, потому что аккаунты, которые имеют там по 200 тысяч подписчиков, в том числе в Инстаграме, они не могут, по сути, донести ту информацию, которой владеют. А это огромные аккаунты, которые параллельно еще и могут собирать деньги для ЗСУ и, ну, многие нарративы из первых уст продвигать. Поэтому для соцсетей, конечно, это вызов, хотя Facebook говорит, что у него свыше 15 тысяч человек в штате занимаются именно безопасностью цифровой, из них практически половина занимается модерацией контента, и несмотря на то, что многие вначале упрекали Facebook в том, что, возможно, офис модерации находится в Москве, все-таки официальная позиция Facebook такая, что... Офис, который отвечает за модерацию украинского контента, это центральный европейский офис, который находится в Варшаве. И они утверждают, что над украинским контентом работают носители языка, то есть в том числе, которые знают украинский язык и в курсе, по сути, того, что они блокируют. Но, к сожалению, есть случаи, когда действительно посты, которые мы пишем, они трактуются с этой соцсетью как те, которые разжигают ненависть, или могут влиять на, ну, например,
ну, как бы в дальнейшем на какую-то эскалацию, возможно, войны, как Facebook опять-таки кажется. Ну, точной позиции мы не знаем, к сожалению. Я знаю, что Михаил Федоров, министр цифровой трансформации, еще 28 июля направлял коллективное письмо корпорации Meta, в котором он говорил и описывал эту проблему, но, как мы видим, проблема до сих пор не решена. Я думаю, что Meta боится пойти на какие-то радикальные меры, потому что ну, модерация контента — правила сообщества, они едины для всей сети, для всей платформы, и отдельно что-то как бы делать настройку для Украины Meta пока не готова. Тем более, что, скорее всего, они просто рассчитывают на то, что война пойдет на спад, и ну, им не нужно будет прикладывать к этому дополнительных усилий. Честно говоря, Facebook это не, Instagram это не самая большая проблема, потому что, например, в TikTok, насколько я знаю, блогеров банят и видео, и аккаунты намного сильнее. Там вообще соцсеть, которая воспринимает свою платформу как entertainment, то есть развлекательную, она вообще не приемлет, по сути, жестких видео обстрелов или каких-то там кровавых видео, да, то есть если там это все как-то не завуалировать и в ну, как-то в информационном формате это не передать, возможно, даже в игровом, такие видео очень быстро будут блокироваться. Поэтому на самом деле мы видим вот за последний год огромный прирост аудитории Twitter, потому что в Twitter, по сути, такие посты, они никак не блокируются, и это изначально соцсеть, которая была настроена на политическую повестку, и она, там публиковались очень жесткие посты еще со времен сирийской войны, израильско-палестинского конфликта 2014 года. Вот. Ну и, понятно, огромная миграция идет людей в Telegram, именно тоже из-за того, что Facebook, по сути, теряет этот контент, но как бы в разрезе всего межнационального сегмента, который пользуется платформой, Украина и Россия для Фейсбука — это совсем ну, небольшая численность людей. Поэтому они готовы этим пренебречь. Хотя и понимают, что идет огромный отток. Даже вот по последним данным мы видим, что вот те 74% людей, которые получают новости из соцсетей, 60% из них пользуются Телеграмом, и уже только 25% людей пользуются Фейсбуком. Хотя в мае таких людей было еще около 60%, так же самое, как и Телеграмом. Вот. Сейчас этот, ну, Фейсбук теряет этот контент, и понятно, что люди ищут, где посмотреть эти видео и получить его в другом месте. Александра, давайте с терминологией разберемся. Все-таки hate speech или же когда войну называют войной, да? Вот здесь вот тоже вопросы цензуры. Я думаю, что в Фейсбуке есть топ-слова, и, в принципе, судя по опыту последнего года, это, скорее всего, ну, это подтверждается на практике, которые воспринимаются платформой как такие, которые разжигают ненависть или угрозы какой-то определенной этнической, расовой группе, национальности. Также, понятное дело, Facebook никогда не отменяет угрозы в сторону там, по принципу сексуальной ориентации, религиозного вероисповедания и прочее. Просто сейчас мы очень со своим контентом попадаем именно в разряд нарушения правил сообщества, именно в контексте угроз какой-то определенной национальной группе. Все мы понимаем, кому — россиянам. А Facebook не хочет с этим мириться, потому что это те правила платформы, которые прописаны были ну, изначально, вы можете даже сейчас их открыть. Их очень много, они регулируют также там невозможность продвигать там какой-то харассмент, сексуальное насилие, права защиты есть прав животных, прав детей. Достаточно много контента удаляется каждый день в Фейсбуке. Все мы это понимаем. Просто сейчас тот контент, который нужен украинцам для того, чтобы мир видел, как выглядит наша война, к сожалению, он тоже попадает под эти правила сообщества. Александр, давайте далее поговорим о еще одной важной такой армии, которая влияет на показ, точнее, да, и на то, как
как вообще люди читают новости и читают вот эти комменты. В условиях войны боты в соцсетях ведут свою деятельность по заказу спецслужб страны-агрессора и ее агентов. Они делают это для дискредитации политического руководства Украины, действий ВСУ, оправдания российской агрессии, навязывания кремлевских нарративов, распространения панических настроений и проведения информационно-психологических операций. Но все это направлено на то, чтобы подавить волю населения к сопротивлению оккупантам. Но примеры такой деятельности встречаются в соцсетях, в анонимных телеграм-каналах, группах в Вайбере, в комментариях на Facebook или в Инстаграме, но совершенно точно на YouTube. По мнению экспертов, сейчас их будет еще больше, ведь Россия проигрывает в войне, так что оккупанты будут искать варианты и прилагать все усилия, чтобы ослабить или снизить поддержку Украины цивилизованным миром. Александр, а как боты, вот эти армии ботов, в частности кремлевских, они влияют на то, каким образом показываются те или иные новости или посты, да, в той же соцсети Facebook о войне, о преступлениях путинского режима против Украины? Ну, мы в StopFake практически каждый день встречаемся с накруткой разных постов на Фейсбуке, которая происходит посредством троллей и ботов, потому что таким образом кремлевская пропаганда все-таки пытается влиять на эти соцсети и продвигать определенные посты. Больше всего, конечно, таким образом влияют на панические настроения украинцев, разгоняют разные посты по поводу того, что мы не переживем энергетический кризис, что у России много ракет, что это никогда не закончится, все только будет хуже. Очень много тем и постов на тему беженцев в Европе, о том, как они страдают или как от них страдают европейские страны. Также разгоняется тема, что Украину не будут поддерживать долго, и поддержка европейских стран скоро закончится, в том числе и американская поддержка. Это все очень часто происходит на фоне, на уровне бытовых фейков. Какая-то определенная история в Фейсбуке, которая постится обычным аккаунтом. На этот пост налетают тролли, которые начинают писать комментарии, рассказывать свои вымышленные истории, перепощивать этот пост, он набирает таким образом охваты, уже на него реагируют люди, которые в принципе не понимают, что это идет информационная кампания определенная, они начинают тоже в это втягиваться, начинают кидать это своим знакомым, близким, и таким образом раскручивается какая-то проблема, которой на самом деле по сути нет. Ее просто таким образом создают для того, чтобы вытащить наружу. Ну и в дальнейшем очень многие медиа могут это подхватывать, потому что для того, чтобы искать какую-то актуальную тему или проблему, медиа, сообщество, очень, журналисты, они идут в соцсети и смотрят, что же сейчас обсуждается, что сейчас волнует людей. Когда они видят, что на посты на такие темы они очень часто популярны, они везде мелькают, их начинают, тему начинают исследовать и, по сути, начинают писать на эту тему статьи, когда, возможно, на самом деле проблема не такая уж и большая. То есть, Александр, здесь именно важна работа как раз-таки, знаете, вот тоже и факт-чекинга, да, как раз-таки на основе вот подобных постов, да, подобных материалов, работы СМИ, то есть это коллективная огромная работа, после чего мы уличаем россиян вот в этих всех фактах агрессии против Украины. На сегодня вам говорим вам спасибо, обязательно еще будем эти темы обсуждать. Александр Замковой, факт-чекер, StopFake.